Здравствуйте. 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 Как ваши дела? Здравствуйте. 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 Как дела? Здравствуйте. Хорошо. Спасибо. Отлично. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Пожалуйста, напишите в чате, откуда вы, какой ваш родной язык и как давно вы изучаете русский язык. Отлично. We will wait for one more minute and start. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Один месяц, два года, 10 месяцев. Отлично. Вы знаете, что мы сегодня будем изучать? Do you know what we are going to study today? Один год. Повыш. Что-что? Vowels. Consonants. Consonants. Да, согласны. Vowels, а, о, у, и, э, и, е, ё, ю, я мы изучали в прошлый раз, last week. А сегодня мы будем изучать б, п, в, х, г, т, д, с, ж, ш, and so on. Okay, so I guess we may start. Just a moment. Хорошо. Итак, сегодня мы изучаем согласные звуки. Today we are going to learn consonant sounds of Russian language. Мы будем изучать звонкие и глухие согласные, voiced and voiceless consonants, и твердые и мягкие согласные, hard and soft consonants. Итак, давайте начнем. So, basically, all the Russian consonant sounds, as you may see on the screen, can you see them? Вы видите? Да. Отлично. Yes. Отлично. So, all the consonant sounds of Russian language can be subdivided into two big groups. Voiced, звонкие, and voiceless. Глухие. What's the main difference? Can you tell me? Какая разница? What's the question? What is the difference between voiced and voiceless consonants? Трудные и нетрудные. Они все нетрудные. So the difference is that in voiced consonants we use our voice. Like for example, l, m, n, r, y, b, g, d, z, v.
And when we articulate voiceless ones, these ones, we don't use our voice. So we like whisper them, like p, k, t, sh, s, f, sh, ch, h, ts. So we may not use our voice in order to articulate them. So let's have a closer look at the first group, voiced, l, m, n, r, y. Я буду читать, а вы читайте после меня. I will read and you please read after me. We will start here. А, ла. А-ла. О-ло. О-ло. У-лу. У-лу. И-лы. И-лы. Отлично. Следующее. А-ма. А-ма. О. Мо. О-мо. У-му. У-му. И-мы. И-мы. Отлично. Следующее. А-на. А-на. О-но. О-но. У-ну. У-ну. И-ны. И-ны. Молодцы. Теперь трудный звук. А-ра. А-ра. Ага. О-ро. О-ро. У-ру. У-ру-ру. Отлично. И-ры. И-ры-ры. Хорошо. И последний. А-ай. 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 О-ой. О-ой. У-уй. У-уй. Еще раз. У-уй. У-уй. И последний. И-ый. И-ый. Ага. И-ый. И-ый. Хорошо, молодцы. А теперь вот это. Ла-ра-на. Ла-ра-на. Отлично. Ло-ро-но. Ло-ро-но. Лу-ру-ну. Лу-ру-ру-ну. Молодцы. Ли-ры-ны. Ры-ры-ры-ны. Еще раз. Ли-ры-ны. Молодцы. Ай, ой, уй, ый. Ай, ой, уй, ый. Молодцы. И последнее вот здесь вот. Вра, вро, вру, вры. Вра-вру-вру-вры. Молодцы. Вла-вло-влу-влы. Вла-вло-влу-влы. Молодцы. Вна-вно-вну-вны. Вна-вно-вну-вны. Молодцы. Мна, мно, мну, мны. Мна. Ой. Ага. И последнее. Лом, лам, лум, лым.
Хорошо. И дальше смотрим несколько слов. Читаем вместе. Мама. 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 Ага. Это одна. А если две, три, четыре, пять, шесть, семь, много? Мамы. 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 Ага, отлично. Следующее слово. Мясо. 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 Что мясо. Это? Что это? Мясо. Это мид. Мясо. Мид. Да, есть рыба, fish и мясо. Мид. Хорошо. Рок. Музыку. Рок. Это музыка. Это музыка, да. It's not a stone. Это музыка. Театр. 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 Это один. А если много? Театр. Театры. 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 Угу. Молодцы. Театры. Карта. 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 Угу. Что это? Мэп. Угу. Правильно. Молодцы. Да, это карт или мэп. Хорошо. Это одна, а много? Карты. Карта. Это он, она или оно? Она. Молодцы. Метро. Метро. Он, она, оно? Оно. Оно. Что это? Train. Это как система метро. It's not a train. Train – это поезд. А метро – это место. The place where the trains go. Subway, underground, metro, and so on. Хорошо. Ракета. 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 Она. Это одна. А много? Ракеты. Ракеты. Молодцы. It's a rocket. И последнее слово. Мотор. 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 Это он, она или оно? Он. 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 Отлично. Множественное число. Plural. Много. Мотора. Моторы. 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 Ага. Отлично. Так. Дальше. Литр. Литр. Что это? Quantity. Да. Да, да. Как по-английски. Литр. Литр. Хорошо. Лимон. 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 Это один. А много? Лимоны. Да. Лимоны. Молодцы. Так. Миллион. 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 Ага. Много? Миллион. Миллионы. Молодцы. Клиент. Клиент. Клиенты. Клиенты. Отлично. Кто это? Client. Да, client. Да. Хорошо. Клуб. 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 Да. Клуб. Клубы. Клубы. Хорошо. Клубы. 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 Хорошо. Да. Килограмм. 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 Килограммы. Отлично. И последняя колонка. Танк. 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 Ага, так. It's a tank, или как war machine. Это один. Много? Танки. 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 Почему И? Почему И? Потому что К. Консонант. Да, потому что К. К, Г плюс И. Угу. Тонна. 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 Да. Тонна. Тонны. Хорошо. Ресторан. Ресторан. Ресторан.
Рестораны. Рестораны. Да, рестораны. Отлично. Момент. Момент. Один, а много? Моменты. Ага, как мы говорим? Мы говорим моменты или моменты? Моменты. Моменты. Почему? Да, потому что о not under stress. Ресторан, момент, and so on. Хорошо. Норма. Норма. Норма, нормы. Можем, да. Май. 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 Что это? Что это май? Май это как март, апрель, май, июнь, июль, август. Это месяц, да. Май. Хорошо. Йогурт. 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 Понятно, что это? Да. Да. Ага. Много. Йогурты. 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 Отлично. Йога. Йога. Ага. Йога одна, много нет, потому что это activity, поэтому одна йога. Ага. Сайт. Сайт. Что это? Сайт. Ну, например, сайт Facebook или сайт YouTube. Это сайт. Web. Да, веб-сайт. Да. Один сайт, много? Сайты. Молодцы. Дизайнер. Дизайнер. Это кто или что? Кто? Это кто, да. Это человек, это профессия. Дизайнер, это кто? И последнее слово. Facebook. Да. Когда мы говорим по-русски, when we speak Russian, we usually adapt English names like Facebook, YouTube, and Instagram. So we like pronounce it like Russian. So yes. Хорошо, молодцы. The next group is voiceless consonants. So we have already practiced voiced l, m, n, r, y. И сейчас, and now we are going to practice sh, ch, h, c. Давайте читать. Итак. Ща, що, щу. Ща. Ага, еще раз. Ща, що, щу. Ща, що, щу. Молодцы. Ча, чо, чу. Ша-ха-ху-ху. Молодцы. Ха-хо-ху. Ха-ха-ху-ху. Са-цо-цу. Ша-ха-ху-ху. Молодцы. Так, теперь вот здесь. Ща-аш. Аща, ущ. Ша. 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 Молодцы, очень хорошо. Ча, ач, ача, уч. Ча. Ач, ача, уч. Отлично. Ха, ах, аха, ух. Ха-х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 а-
Хорошо. Ца, ац, отца, уц. Отлично. И теперь читаем вот так. Ща, аш. Ща, аш. Що, ош. Що, ош. Щу, уш. Щу, уш. Щи, іш. She ish. She ish. Молодцы. Cha ach. Cha ach. Cho och. Cho och. Chu uch. Chu uch. Chi ich. Chi ich. Fa ах. Хо ох. Ох. Еще раз. Хо ох. Хо ох. Ху ух. Ху ух. Хи их. Хи их. Отлично. И последнее. Ца ац. Ца ац. Со оц. Со оц. Цу уц. Ци иц. Ци иц. Молодцы, отлично. Хорошо, теперь смотрим слова. Быстро читаем слова. Борщ. 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 Что это? Суп. Да. Суп. Это еда. Угу. Суп. Откуда еда. Этот суп? Откуда он? Россия. Да. Россия или Украина? Еще. Украина. Да. Украина, Россия, да, где-то тут. Хорошо. Женщина. Женщина. Угу. Щука. Щука. Угу. It's a kind of fish. She. 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 Еще раз. She. 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 Отлично. Это тоже суп, как борщ. Похожий. It's a bit similar. Суп. Каша. Каша. Что это? Кто знает? Каша. Porridge. Да, да. Например, рис. Молоко, каша. Да. Хорошо. 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 Отлично. Хорошо. Карандаш. 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 Хорошо. Карандаш, что это? Пен. Пен. Пенсил. Пенсил. Пен, ручка. Пенсил, карандаш. Один карандаш, много. Карандаши. Что мы пишем? И или и? И. 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 Почему и? Да. После ж, ш пишем и. Нож, ножи. Говорим и, ножи, но пишем и. We pronounce it like «ы», but write down «и». It's just a rule. Ага. Хорошо. Целый. 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 It's like «the whole» или «full». Ну да, «the whole». «The whole day». Целый день. Цунами. 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 Центр. 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 Еще раз. Центр. Центр. Отлично. Цемент. 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 Ситуация. Ситуация. Что это? Ситуация. Да. Корпорация.
Что это? Corporation. Да. Отлично. Последний столбик. Чек. Рация. Чек. Ага. Чемпион. Чемпион. Угу. Чили. Чили. Ага. It's either what is it? Чили. Pepper или страна. The country. Чили. Матч. Матч. Угу. Капучино. Капучино. Угу. Что это? Капучино. Капучино. Это кофе, да. Кофе с чем? Кофе с чем? Какой кофе? Что еще там? Кофе плюс молоко равно капучино. Хорошо. И сейчас мы смотрим на другие согласные. We look at paired voiced and voiceless consonants. So if L, M, N, R, Y are just voiced and Sh, Ch, H, C are voiceless and they don't have pairs. But B, G, D, Z, Z, V have voiceless pairs. So we have the following pairs. B, P, G, K, D, T, Ž, Š, Z, S, V, F. Почему это важно для нас знать это? Why is it important for us to know that? Because when we, maybe you have already noticed it or you have already practiced it and studied it, but if we have just a moment. If we have these letters at the end of the word, we pronounce them like these ones. So, for example, like here. Yes, like the word дуб. It's a kind of tree. Дуб. Я пишу дуб, но говорю дуб. Город. Город. Да. Let's practice only the ones at the bottom. Сейчас. I will erase the things that I don't need. Mm-hmm. So let's practice these ones. Дуб. 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 Город. Город. Ага. Я пишу город, но говорю т. Город. 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 Ага. Холод. 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 Ага. Холод. Frost. Мороз. 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 I pronounced it incorrectly. Мороз. 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 Ага. Нож. 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 Глаз. Glass. 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 Хлеб. Рассказ. Клуб. 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 Газ. 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 Запад. Запад. Гид. 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 Еще раз. Гид. 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 Ага. Сад. 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 Флаг. 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 Ага. Грип. 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 Круиз. Cruise. Cruise. Uh-huh. Cruise in English, cruise, like a ship cruise or like on a ship. Ладно, on a ship. Okay, хорошо, молодцы. So it's important for us to know these pairs because at the end of the word, we usually make them voiceless. So if it's B, then you should pronounce it like P.
because the end of the word, the absolute end of the word, is the weakest, the most weak point, the most weak place for any consonant in the in our speech. So, хорошо. Сейчас. Так, just a moment. I have a game. Игра. Сейчас будем играть. Итак, что надо делать? Смотрите, у вас здесь слово. Здесь два слова. Глаз, глаза. Нам нужно выбрать, we have to choose a correct pronunciation of these words. Первое или второе? How do we pronounce it? Look here, please. Первое. Как мы говорим? Один или два? Глаз, глаза. Один. 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 Отлично, правильно, молодцы. Дальше. Как мы говорим это слово? Два. Два. Молодцы. Так. Флаг. Один. Флаг. 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 Молодцы. Флаг. Да, так, следующее. Город. Город. Первый. Первый. Город. 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 Один, да. Отлично. Сад. Сад. Первый. Первый или второй? Второй. Второй. Второй, два. Сад. Отлично, молодцы. Еще. Ого. Теперь уже чуть-чуть труднее. Города. Города. Один или два? Два. 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 Ага, почему? Да. Круг. Круг. Первое или второе? Второй. Да, второе, два, круг. Круг. Молодцы. Два. Абрах. 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 Один. 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 Так, один. Ага. Молодцы, правильно. Дальше. Абир. Молодцы. Гараж. Один. Гараж. Гараж. Правильно. Мороз. Один. Мороз. 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 Краб. Первый. Первый. Краб. 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 И последнее. Гид. 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 Второй. Гид. 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 Молодец. Молодцы. Отлично. Возвращаемся сюда, и теперь мы с вами смотрим на другие согласные, hard and soft consonants. So, we have already learned that there are voiced and voiceless consonants, and also there are hard and soft consonants. So, nearly each consonant in Russian can be pronounced either in a hard way or in a soft way. For example, we have, just a moment, I will draw it. We have b, b, p, p, v, v, f, f, g, g, k, k, d, d,
т. З, з, с, с, л, л, м, м, н, н, р, р, х, х. So tell me please, what do you think? How do we make a consonant soft? What do we do in our mouth in order to make it soft? Что мы делаем? Мягкозно. Стресс. You can show me. How do we do that? Like б, б. Ага. Давайте, например, вот это л, л. Что мы делаем? Покажите мне, как вы говорите л, л. 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 Ага. Н, не. Н, не. 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 Не, не. So, mm-hmm. So it's we have to make our mouth a bit wider in order to make the sound softer. Do you remember how we pronounce e? We are smiling. E. E. So when we want to make this softer, we have to smile again. Л, л, м, м, н, н, р. Р. Х. Ш. Угу. Clear. Понятно? Понятно. Хорошо. Отлично. Так. Смотрите. But there are also consonants that are always hard, so they don't have soft equivalents. Ж. Ш. Ц. I cannot pronounce Ж. We don't have this sound in Russian. Ж. Or Ш. Or Ц. No. So they are always hard. And these ones are always soft. Ч, щ, й. So let's practice. Let's practice this one. На, ня. На, ня. Ну, ню. Ну, ню. Но, ня. Но, ню. Угу. Не, не. Не, не. Ны, ни. Ни, ни. Ни, ни. Еще раз. Ны, ни. Ны, ни. Отлично. Ба, бя. Ба, ба, бя. 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 Угу. Бя. Бю. 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 Бо, бё. Бо, бё. Бё. Бе, бе. Бе, бе. Бе, бе. 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 Бы, би. Молодцы, молодцы. Па, пя. Па, пя. Пу, пю. Пу, пю. Еще раз. Пу, пю. Пу, пю. Хорошо. По, пё. Пё, 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 отлично. Пе, 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 пи, 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 пи. Так, еще чуть-чуть. Ва, вя, ва, вя, вя, ву, вью. View. 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 Ага. View. Ага. Во, вё. Во, вё. View. Ве, ве. Ве, ве. Ве. Ага. Вы, ви. 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 Молодцы. Фа. Ша. Фа. 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 Фу. Фью. Фу. Фью. Фо. Фё.
Фио. Фе. 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 Фи. Фи. Молодцы, отлично. Я понимаю, что трудно, наверное. Вот это view, few, view, new, but we will practice it. Хорошо. But we have practiced them, but when do we pronounce a consonant in a soft way? There are several rules. So, for example, the first one you already know. When there is мягкий знак, soft sign, after it. Like in the words брат, брать, мать, даль, пять, конь, моль, плоть, путь, пуль. Those words may not be important for you now, but it's just to practice the difference. So let's practice. Like брат, брать. Брат, 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 дал, даль, дал, 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 еще раз, дал, даль, дал, дал, молодцы, пят, пять. Кон, конь, кон, 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 конь, кон, 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 отлично, мол, моль, мол, моль, моль, плот, плоть, плот, плот, плот. Put, put. Put, put. Put, put. Put, put. Uh-huh. Pull, pull. Pull, pull. 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 Туда, да. Pull, l, l. We are smiling. Pull. Pull. Mm-hmm. Хорошо, молодцы. And another case when we make a consonant soft is when it is right before е, ё, и, ю, я. Because these vowels make the previous one softer. Давайте посмотрим. Быстро читаем и все. Текст. 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 Угу. Что это? Понятно? Текст. Текст. Угу. СМС. А, да, или текст. Угу. А, небо. 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 Угу. Нет. Такой. Нет. 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 Ответ. Нет. Ответ. 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 Кофе. 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 Mm-hmm. So here we have made this consonant softer because there is е after it. Текст, небо, нет, ответ, кофе. The next one is ё. Мёд. Мёд. Полёт. Полет. 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 Колеса. 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 Пес. 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 Отлично. Don't write on the screen, please. Хорошо. The next one is E. 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 Рим. 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 We are smiling. We are smiling. Рим. 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 Отлично. Рим. 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 Вот, хорошо. Дальше. Билет.
Билет. Вирус. Билет. Вирус. Ага. Да, we are smiling when we pronounce и вирус. Угу. Вирус. Привет. 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 Отлично, молодцы. Следующая буква Ю. Люди. Люди. Ага. Любить. Плюс. Молодцы. И последнее. Я. Пять. Ага, смотрите, тут и вот это мягкое, soft. And this one is soft as well, because we have this here. Пять. Молодцы. Реп. How do we pronounce it? Like B or like P? It's the end of the word. Реп. Молодцы. Снять. Молодцы, отлично, очень хорошо. Итак, итог. So we are going to sum up. When we use hard consonants before A, O, U, Ü, E, we use soft consonants. We pronounce them as soft ones. Before I, Е, Ё, Ю, Я. Хорошо? Хорошо. Хорошо, отлично. Теперь у нас игра. Играем. Да, так. Хорошо. Смотрите, эта игра труднее. This game is harder. What does this one mean? This one, what does it mean? Soft consonant. Да, да, правильно. So, if it is here, it means that m is soft. Me. If it's not here, it means that this one is hard. Okay? Хорошо? Хорошо. Хорошо, отлично. Итак, как мы читаем это слово? How do we pronounce this word? Номер. Номер. Не хомер, номер. Не. Это русский. Не. Номер. А, номер. Так, один или два? Один. Ага, почему? Почему? Soft consonant. Soft. Ага, а почему? Потому что Е, конечно, да. Да. Отлично. Так, сейчас. Хорошо, правильно. Дальше. Как читаем это слово? Думать. Один или два? Один. Молодцы. Отлично. Очень хорошо. Как читаем это слово? Кофе. Ага. Один или два? Мы читаем кофе или кофе? Кофе. Один. Хорошо. Как читаем это слово? Мясо. Ага. Мясо. Один или два? Первый. Да. Хорошо. Правильно. Обед. Почему обед? Это не обед, это ответ. Второй. Ага. Второе, да. Потому что O is not under stress. Вот теперь обед. Обед.
Второй. Да. Почему не первый? Почему второй? Да. Да, да. И еще т. Не д, а т. Угу. Хорошо. Угу. Как мы это читаем? Реки. 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 Ре. Soft или hard? Ре. Soft или hard? Реки. Реки. Первый. Первый. Смотрите. Первый – это реки. А второй – это реки. Два, да. Потому что здесь вот это, первое – это «ре», «ре», «реки». А второе – это «реки». Правильно, «реки». Угу. Хорошо. Это? Рыба. 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 Второй. Один. Не знаю, вы не скажете. Один. Один, первый. Потому что два – это рыбя, рыбя. Мы рыбя. Не говорим рыбя, мы говорим рыба, рыба, рыба. Ага. Рыба. Хорошо. Вирус. Вирус. Угу. Один или два? Два. Вирус, вирус, вирус. Вирус. Два, два. Он мягкий. Вирус, не вырус, а вирус, мягкий. Помните, е-ю-ю-я, и мягкий знак, soft sign. Вирус, it's soft. Ага. Сюрприз. 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 Is soft or hard? С. Сюрприз. Hard. Hard. If it were hard, I would pronounce it like su, su, surprise. Нет. Soft. Soft. Last one. S is soft and r is soft. Surprise. Surprise. Ага. Surprise. Surprise. Отлично. Турист. Турист. Первый, первый. Да, хорошо. Правильно. Книги. 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 Два. Потому что здесь две. Н, не. И г, г. Книги. Хорошо. Так, еще чуть-чуть. Рядом. Как мы говорим, радом или рядом? Рядом. Да, да, да. Бюро. 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 Один. Один, да. Не бюро, а бюро. Бюро. Отлично. И последнее. Кто такой бюро? Бюро, как по-английски, бюро. Как it may be a company or a kind of table. Бюро. It's not really useful. Ага. Журнал. Журнал. Мы говорим журнал или журнял? Журнал. Первый. Молодцы, очень хорошо. Молодцы, отлично. Замечательно. И мы чуть-чуть возвращаемся сюда. Ой-ой-ой-ой. Все, сейчас спойлеры. Спойлерс. Ага. And the last game for today. И последняя игра на сегодня. Что это? Чума. 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 Какое матч. Слово? Какое матч. Это? Не-не. Матч. Правильно. Матч. Да. А матч. Матч.
Да, хорошо. Так, дальше. Гитара. Ракита. Гитара. Гитара. Правильно. А, гитара. Гитара, да, конечно. Центр. 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 Молодцы. Телефон. 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 Да, молодцы. Пара. Вода. Вода. Угу. Правильно. Вода. Хорошо. Журнал. Журнал. Конечно. Конечно. Журнал. Отлично. Сестра. Угу. Еще раз, как? Сестра. 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 Угу. Сестра. Отлично. И последнее слово. Университет. Университет, конечно. Молодцы. Отлично. Так, аплодисменты друг другу. Так, хорошо. Итак. Молодцы. Да, овации, аплодисменты. Браво. Итак, so our lesson has come to an end for today. I hope that it was useful for you. By the way, what new information have you learned today? If you have, tell me, please. Feedback. About the voice and voiceless. Why is it important for us to know whether we pronounce it voiced or in a voiced or in a voiceless manner? Why is it important to know? To either understand what we say. Yes. To read and talk right. Yes, yes, to be understood and to understand correctly. Yes, of course. What else have you learned? Pairs, using pairs words. And also hard, soft consonants. It's also important to differentiate between them and to pronounce them correctly because it may change the meaning of the words you say. So please practice it because it's very important, especially at first when you start learning a language, Russian language. So now I'm going to send you in the chat. I'm going to send you all the materials that I used today in the lesson. So don't go out yet, please. Don't go away yet. So here it is. As usual, if you have any questions, if you have anything you don't understand, you may send me a letter and I will respond to you. All the materials and the record of our lesson, you will be able to find via the link that I sent to you. And also, if you need me to send you a letter with all the materials via email, please write down your email in the chat. Если вам нужны материалы на почту, я могу отправить вам материалы на почту, если вы напишите ваш email в чате. Пожалуйста, напишите. ¿Cuál? Хорошо. Sí, pero el sonido. Entonces, se bloquea el sonido. Pero... Хорошо? Хорошо. 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 I wish you a wonderful evening and have a nice day and the next day and the day after the next day. And hope to see you again. Пожалуйста. До встречи или до свидания. 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 До свидания.